Так, так, собрались, парни. Хватать не всех, только первых попавшихся. Бог потом разберется, кто москвич, а кто гость столицы. Так у них же пластиковые бутылки. Ах, подайте мне нюхательной соли. Не для того кормила вас родина ворованной капустой, чтобы в трудный час вы спасовали перед детьми и распоясавшимся бабьем. Зачищаем порядок, не щадя женского живота. Плевать, у кого прогулка, пробежка, интрижка, инвалидная тележка. Инсулин их не в задницу. Я уже чувствую невыносимые моральные страдания. Рано еще. Это ты в суде почувствуешь. Короче, пора спасать страну от беспорядков. Они уже начались. Пока нет, но вы на что? Вперед! Буду, там каких-то людей лупят. Да то не люди. Мосизбирком сказал, что их вообще не существует. Вурдалаки, в подписных листах не отражаются. Докладываю, беспорядки устроены и ликвидированы. Наши потери. 2 бумажных стаканчика, 1 пластиковая бутылка. Ну и, как всегда, невыносимые моральные страдания. Всего на 350 квадратных метров московской жилплощади. Владимир Владимирович, все в порядке. Выборы подготовлены. Что? Непонятно. Связь плохая. Похоже, надо сделать что-то еще. Ночные обыски устроить? Или Яшина арестовать? Так мы же его уже 3 раза арестовали. Можем и в 4-й. Правильно. А за что? Оскорбление представителей власти своим присутствием на свободе. Виктор Васильевич, да вы же раненый. Ой, у меня травма, несовместимая с совестью. Кока-кола. Американцы. Они наши-то выбрасывают мусор только в Архангельскую область. Владимир Владимирович, нашли иностранный след. Что? Не понял. Вы вообще где? Я на дне, на дне. А рейтинг? Рейтинг с вами? Он утонул. Ставьте лайки. Оформляйте подписку на этот канал. Только ради бога. Не на почте России. А кто не подпишется, тому мы отключим YouTube. Опять пурга?